Доброе утро всем. Мы же с работы идем. У нас сегодня продолжается ветроган. Я даже платье надела с длинными рукавами, потому что прохладненько. Утром было всего 19 градусов. С учетом ветра. Дубак. Сегодня после обеда опять поеду на работу. Нарисовались клиенты, поэтому будем работать. Не пролезешь, машину понаставили. Сейчас поеду в Лидл за молоком. За молоком. И еще кое-какие у меня есть. Ай, хотела сегодня. Сегодня после обеда работаю. Ну ладно, другой день испеку. В общем, кое-какая идея есть. Испечь кое-какой пирог. Вкусненький. Хочу попробовать. Я люблю очень печь. Все там вот это вот. Поедать потом тоже люблю. Вот хочу попробовать. Поэтому мне кое-что нужно купить. Вот чего я тут нахватала. Всего до всего. Сейчас вам покажу, расскажу. Цены все скажу. Да-да-да. Пока пойду переоденусь. Не люблю в такой одежде дома шиндерахаться. Я люблю переодеться. И чтобы мне было все спокойно. Ничего нигде не жало. Хотя в это платье, ну где мне что жмет. Но все-таки. Ой, там намусорил чаучи. В общем, вроде немного чего взяла, а 40 евро отвалила. Я от комаров тут, смотрите, всего запаслась, всего до всего. Во-первых, вот такой купила крем. Сейчас не найду. Чтобы у меня вот этот укус мой, он, смотрите, вообще расползся на всю, на почти на всю руку. Вот этот очаг укуса, ну, блин, пипец, чешется как. В общем, все по порядку. Ой, тарелка, уйди. Молоко взяла вот 6 штук, там стоит оно у нас по 88 копеек, вышло 6 штук, 5,28. Вот такой взяла холодный напиток, пиня колада и кокос, должен быть вкусный, его просто в холодную воду кидаешь, и вот такой напиток получается, и рубль 79. Морковку взяла, морковка 69 копеек. Сахар взяла килограмм 75 копеек. Крем вот этот вот для укусов 2,49 стоит. Не знаю, поможет, не поможет. Сейчас намажу блом. Вот это два вот у меня от этих, от комаров, вот эти вот электрические штуки. И вот взяла. Потому что я, знаете, его на ночь включаю и потом забываю выключать. И, в общем, он у меня и днем, и ночью горит. Но, тем не менее, в ту ночь я, вот когда меня укусил, не включала вот эту штуку, потому что двери были закрыты. Как, откуда взялось, непонятно. Ну, вот утепакнул меня какая-то гадость. Я там пельмени хочу себе рыбные варить. Сейчас буду. Помните, я пельмени лепила из рыбы? А вы делаете пельмени из рыбы? Я делала, очень вкусно. Вот. Сейчас их закину варить, и будет мне хорошо. Так, что еще? Губок нету. Купила 89, 3 штуки. Хумус 89 копеек. В принципе, вот с морковкой хочу. Все едят с морковкой. Я не исключение. Да, думаю, а что это все едят, а я что? Попробовать хочу. Вкусно это вообще? Или невкусно? Боюсь всегда пельмени кидать, потому что они струляют. Так, едем дальше. У меня там сметана есть. Надо лаврушечки кинуть. Как это пельмени без лаврушки? Никак. Едем дальше. Ну что, красиво, я поехали кататься. Так,
ополаскиватель для рта. Рубль 29. Взяла, хотела вишню конхилада, замороженную взять, не оказалось. Взяла микс такой фруктовый, уже в морозилке лежит. Там он получается у нас 2,79, но там килограмм, по-моему. Поэтому нормально. Или 700 грамм, в общем, много. Пирог хочу испечь. Фруктовый такой вот, знаете, с вишней. Но, видите, вишни не было. Кесо крема, кесо крема. Вот этот кесо. Это творожный сыр. 99 копеек. Взяла мороженое фисташковое. Рубль 99. Так, Блом электрику. А вот этот вот Блом у нас стоит 4,95. Здесь две штуки. Ну, думаю, на месяц полтора мне хватит. Масло сливочное, рубль 45. Оно у нас бывает соленое, бывает не соленое. Вот взяла не соленое. Смотрите, какие оливки шикарные. Они стоят 2,99, но 25% дисконта, скидка. То есть 75 копеек. Ну, 2,20, да? 2 сколько? 2,20 стоит вот так где-то. Но они такие крупные, наверное, должны быть вкусные. Вот так что. Так. Спрай. Вот этот вот взяла. Смотрите, он для рук. Не вот этот вот гель, потом который не смоешь с рук, и надо его впитывать, чтобы он и впитывался. А вот этот спрей. Я сегодня на работе, представляете, прям народ шел. У меня обычно, как я между клиентами, чтобы минут 5 было, чтобы у меня было времени помыть все. А сегодня как-то так получилось. Одна просто пришла, и она меня так не предупредила, она была на покраску. То есть уже полчаса у меня там уже нестыковочка вышла. Ну ничего, разобрались. К чему я это, хрен его знает. К чему я тебе рассказала. Так, вот этот вот динерзайзер, в общем, или как там, синтезатор, стоит рубль 89. Черешню еще раз купила полкило, она уже 2,19. Вот. Черешни мало не бывает. Вот у меня 4 килограмма. Куда ты собралась? Тебя кто отпускал-то вообще? Ты что, с ума сошел, что ли? Нормально, блин. Без разрешения. Видали? Пельмени хотели убежать. Ага, сейчас. А, и вот, смотрите, какие маленькие стаканчики для мороженого себе нашла. Какие малюсенькие, бумажненькие. Буду вот, прям как раз доза такая классная мне для мороженого. И буду с детства вспоминать. 99 копеек стоит. Такие малюсенькие, такие холюсенькие. Люблю все малюсенькое, даже стаканчики. Такие не сладенькие. Ладно, я еще салат хочу сделать. Вкусняшка, маленький такой, холёзенький, вкус детства. Кофту спрятала, кофту достала, тапки спрятала, тапки достала. Что за лето такое? Непонятное. Еду на работу. Пешком пойду наверх. И хочу там кросс такой сделать. Конкретно так деревню нашу обойти, где я работаю. Это я в машину всегда тележки свои все потом складываю, чтобы не забыть. Ветер, холодно. Ну все, друзья, я отработала. Сейчас иду в круговую, знаете, обойду весь этот город, выйду на пляж. В общем, тут вот все лестницы, и спускаться вниз. Поднялась я с той стороны, там. А спущусь вот с той. Видите, какой там шторм? Ну, вы меня не видите, сейчас все покажу. В общем, мне по лестницам, по вот этим и вниз. Поехали. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy.
just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. Машина где-то километрик полтора переться, а это быстро. Вы знаете, сегодня в Гранаде, мы относимся к провинции Гранада, ну это вот куда я на шопинг ездила, там праздник большой, там начиналась бы сегодня ферия, корпус, по-моему, сегодня. Вот, нет, ну не, я точно знаю, что сегодня там праздник, не рабочий день, и они бы все люди, которые живут в Гранаде, там климат, кстати, знаете, очень отличается от нашего, несмотря на то, что там, ну, 50 минут максимум езды от нас до них, но там летом жара невыносимая, там 50-60 градусов, наверное, летом, а зимой даже выпадает снег, представляете? Вот, и если бы была хорошая погода, все бы с Гранады ринулись на пляжи к нам, вот. Но так как погода, сами видите какая, то пляжи пустые. То есть даже сама погода шепчет, что сидите нахрен дома. Вообще неожиданно, как бы погода сама диктует и сама все ставит на свои места. Вот видите, у нас там козы. Поэтому мы располагаем, а Бог предполагаем, а Бог располагает. Как-то так, да? Лягушки квакают. В общем, вот так вот. Да, конечно, неприятненько. Ну, что вот некоторые все ждали на пляж полежать, понежиться, потому что конец мая был замечательный. И все просто завидовали. И ждали, когда же сможем на пляж поехать. Ну вот можно, а пляж-то сказал, нифига, не пущу. Зато там, гляжу, все раз чистили, все хорошо сделали. Вот это, кстати, растет манго, сейчас покажу. Вот это манго, он еще только цветет. Что-то поздно, что ли? Потому что мне вчера клиент сказал, что уже есть маленькая манго, как вот, как яйца этих перепелины. Так. У нас тут непонятно откуда дождик закапал. Странно, одна тучка есть. Я тучка, тучка, тучка. Пропустим. Кстати, я поняла происхождение дождя. Я же окна помыла вчера. Естественно, их надо. Моросит такой, знаете, как грибной дождь. Потому что и солнце светит, и дождичек моросит. Видите, как? Не видите. Ну, поверьте мне на слово, что он моросит. А еще у нас знаменательное событие вчера произошло. Начался футбол. То есть начались игры в футбол. Для испанцев это вообще футбол. Это же их, не знаю, в крови у них футбол и фламенко. Ну и быки раньше были, сейчас уже нет. Больше людей, которые против боя быков.
Так что муж вчера, ай, футбол начался каждый день, боже, естественно, по платному каналу. Это как всегда, понятное дело. Но все-таки тоже очень важно это событие. Пока я с вами разговаривала, тут у меня такие калы стояли. Они, в принципе, как вот эти, вот знаете. Вот, только друг... Ну, как-то у них корни какие-то совсем другие. Люблю посмотреть, кто приехал, кто уехал. В общем, они были уже никакие, они отцвели и такие были, вроде как полудохлые. Я их вот достала, срезала все нафиг. И вы знаете, вот тут вот подгнили они немного, я почистила все. Но вот эти корни хорошие, видите, по бокам. То есть я их вот так оставлю посушиться, наверное, до завтра, чтобы они просохли. И завтра уже поставлю просто в землю. Потому что вот этот вот у меня когда отцвел, я срезала все листья и его обратно запихала в землю. И они год стояли в земле, а потом, гляжу, проросли. Поэтому, кто знает, может быть и прорастут. Вот этот тоже растет, прям удивление. Красивый какой. Вот, может быть, этот тоже очухается. Я его тоже, естественно, перелила однажды. Может быть, не однажды. Я-то чего не знаю, что тут и почем и как. Кстати, у меня сегодня клиентка одна сказала, что где я покупаю цветы, там очень дорого. И прям напротив есть еще один, там даже не магазин, там просто вот, как я не знаю, съезжу обязательно туда. Там, говорит, столько цветов, все намного дешевле. И говорит, выбирай, не хочу. В общем, она мне туда посоветовала съездить. Я говорю, она тоже сегодня туда поедет. Я говорю, да если я туда попаду, я там пропаду. Она говорит, ой, это говорит про меня. Я, говорит, тоже там пропадаю. Пропадаю я, ночами пропадаю я. Вроде бы все нормально. Вот это вот надо полить. И все, вот такие вот он дела. И пойду сейчас вышенку, черешенку кушать. А что еще делать? Ничего. Отработали, спортом позанимались. Все, отдых. Хумус и морковка. Вы знаете, все там ПП, все дела, кто на правильном питании. Многих видела, как лопают хумус с морковкой. Что ж, пришло и мое время попробовать перед вами. Что это за деликатес такой? Вкусно! Надо же! Вкусно! Буду лопать! Друзья, все-таки кручу-верчу. Пирог заполучить хочу. Это вот у меня тут начинка варится, шпарится. Там у меня опара. Опара или как ее там назвать-то? В общем, тут я вся в процессе. У вас тоже такой же бардак, когда вы в процессе? А как иначе? Я не могу иначе. Что-то прям на завтра хочется так этого пирога. Если получится, вас с вами обязательно рецептом поделюсь. Вы же знаете, я просто так рецептами не делюсь. То есть я их сначала пробую. Стоят ли они вашего внимания? А потом уже выдаю в свет. В общем, я в процессе, это начинка, это тесто, там уже приготовлена форма. В общем, это, наверное, все будет продолжаться еще час-полтора, в общем, до ночи. Так что я сейчас с вами попрощаюсь, результат вы завтра увидите, но будет вкусный. Что бы ему быть невкусным-то, правда? Вот. А мы с вами завтра встретимся и увидим, что там за пирог. Я никогда такие пироги еще не пекла в жизни. Первый раз у меня такое получается. Я думаю, что получается. Вот такие вот какие-то вот с такой вот жидкой начинкой. Ну, это очень вкусно, кстати. Здесь черная смородина, клубника. А пахнет черной смородиной, вы просто не представляете как. В общем, ладно. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вы пекли когда-нибудь такие вот пироги? Я именно захотела делать не из песочного теста, а вот из дрожжевого. Не знаю почему. Ну, песочный как-то обычно, а вот с дрожжевым, чтобы повозиться, чтобы помучиться. Как-то лучше мне показалось.
Вот. Ну ладно, хватит трындычать. Пошла я, потому что уже голову мыть. Голову нет. Снимать красоту и все такое. И завтра у нас кое-что, по-моему, будет. Кроме пирога. Так что подписывайтесь. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.